Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Стаканчик, Ассасин, классные подписчики, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень крутая карта, называется Чернобыль, город Припять. Если Петь, кушайте, приятного аппетита, а мы с Серегой будем выживать. Остальные подписчики будут играть за классных монстров. Серега, ты готов? Да. Погнали. Давайте мы сначала уйдем в город, или вы разбегайтесь по городу, а я потом скажу, когда можно будет на нас нападать, чтобы мы подготовились и нашли себе очень крутое место, да, Серега? Да. О, Дима стучит, а ноги валяются. Погнали, погнали, по ногам постреляй. Короче, Серега, ищем, знаешь, какое нам надо убежище? А, где можно вовнутрь здания зайти, были балконы открытые. Блин, жалко, что у меня карты местности нету, но я примерно... Как истинный сталкер, да? Знаю, да. Вот, например, вот она, школа находится. Да кто там? Да там ревет это какой-то... Давай его замочим. Зомбака этого, негодяя. А потом они уже будут нас искать долго. Да. Так, я тебя потерял. А, вот ты, Димас. Знакомая, да, ребята, местность? Если вы знаете эту местность, или она очень знакома с игры, напишите в комментах. И вообще, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Не хватает прицеливания, да? Да и без него как-то можно, знаешь? Да-да-да, так будет по хардкору. Так, за автобусом шкерится кто-то. Да. Во, слышишь звуки эти? Да. О, о, побежал, побежал! Полетел, полетел! Полетел. Монстр полетел, вонючий. Ха-ха, тварь такая. Паскуда. Вон, так. Вижу здание, ладно. Давай будем... Вот, давай сюда пойдем. Смотри, там есть высокие этажи. А не, что-то слишком большой, Димас. Надо что-то поменьше. А мы на крышу можем тут зайти? Давай с крыши будем их фигачить. Ну, давай. Так, давай ночной режим. Ночной режим активирован. Так, наоборот, хочу скрыться, а потом их на крысу валить. Слышь, этот пердолет летает? Слышишь, он прям за окном. Да, да. Ах ты бомж. Пытается. Ой, он на крышу, походу. Готовься, Димас. Подожди, а как мы этот... Так, перезаряжайся. Здесь подъем есть на крышу. Надо вспомнить мне, где он находится. Двери сюда, открываем. По-моему. Димас, вот лифт здесь. А, вот лестница. Еще так, надо оружие. Во. Я оружие помощнее возьму. Есть крыша. Двойной прыжок. Эх, не хватает. Сюда. Отлично, Серега. С двойным прыжком. Где неверные? А, сейчас, подожди, ты меня увидишь. Так, выглядываем, Серега, чекаем крышу очень хорошо. А вертолет летает, Димас, так что аккуратнее. На вертике кто-то летает? Да, военные. Слышь, давай военные, идите сюда. Это как-никак закрытая зона. Слышь, а мы сможем потом на крыше какие-то перепрыгнуть? Не сможем. Нет, тут откуда? Очень далеко. Откуда? Не знаю, где-то под нами. Слышь, ты, пердолет. Вот он! Серега, выслеживай. Улетел, сыкун вонючий. Эх, патроны кончились. Я по нему стреляю, Димас. Слышь, ты! О, монстры Хендерсона пошли уже. Ого, не прыгают, ты видишь? Да. Не, оружие вообще ни к черту. Сейчас, ребята, сейчас. Главное попасть. Эй, слышь, отвали! Хорош, Димас. На тебя, дерьмовая нечая. Я пойду проверю вход, Димас, ты пока тут стой. Да, вдруг я защищаю, тут... Серега. Я защищаю. Вроде все тихо тут. Чуть не упал. О, там волки, волчары пришли. Димас, зомби. Где? Эй, я упал, Сережка! Нет, Димас, давай, лети ко мне. Да какой лети? Мамочка, иди. Мамочка моя! Иди сюда, неверный. Ага, до свидания. Во, это реально очень страшно. Мне нравится карта Чернобыль. Очень атмосферно. Ну прям очень. Серега, что такая сыкотная тут карта? А?
Серега! А, да. Меня убить где? Хотят. Ты где? Ты внизу поднимаешься или чешешь? Да не, я внизу, у меня эта кабака бурчащая. Я прыгаю к тебе. Да не, лучше на крыше был бы. Ладно, я внизу иду к тебе. Да я, блин, попадаю по челику, но не убивается он. У него хп много. Вот он, вот он. Ты слышишь? Зомби! Эй! Серега, есть! Дима, есть! Сзади, иди, иди, иди! Я сдох. От огня. Твоего. Да отвали, пожалуйста, не трогай меня, я тебе еще пригожусь. Не, не пригожусь. Димас, я прибежал, ты где? Стой, стой, стой! Да все, он меня убил. Этот подлец. Кабака такая, я бегу к тебе. Короче, Серега, мне кажется, надо оружие какое-то помощнее. Давай с другого пака возьмем оружку. Давай, а ты где, Димас? А, вот. На спауне. Все. Сейчас. Давай возьмем оружку. Я даже не знаю, у нас какое-то же есть мощное. У них всего сколько там? По 5000 жизней. Короче, я буду шотганом вот этим использовать. Смотри, как он валит. Да, вот эта тема. А я РПК. Слышь, все, погнали выживать. Давай пойдем в другой мир. Эй, пришел сюда челик. На. Димас, ты где? Фигачи как-то. Не, ну я-то тоже наигранный очень. По мне тяжело будет попасть. Димас, давай бежать отсюда нафиг, их что-то много. О, сиреноголовый! Давай в кафе Припять. Какое кафе? Да ты понимаешь, кафе. Они все сзади. Да посрать. Да какой посрать? Я их запутываю каким-то образом. Я под балкон залез на первом этаже. Они не могут тебя достать. Я очень умный. Вот так, значит, да, ты пердун вонючий. Серега, я их нагибаю каким-то образом. Ай. Ах ты! Димас, надо другое место найти. Так, хорошо, давай мы оружку другую возьмем. Че у нас нет? О! Серега, нашел, ура! Я тоже. Ай! Обстоятельства. А, ты попал под горячую руку. Ого! Кто это было? Червяк. Так, Сережка. Я сейчас улетаю с тобой далеко, а ты ко мне тпхнешься, хорошо? Хорошо. Мы сейчас заныкаемся в здании с тобой. Пусть ищут нас, да? Да, все, тпхайся ко мне, мы пока оружку наберем. Все, давай, жду тебя. Все, погнали. Мы очень далеко от них. О, ништяк. Все, вот тут в уголку, стой. Не выходи, давай пока оружку найдем. Какое будем оружие использовать? Не знаю, ну надо уже что-то думать, какое-то брать. Во, 200 патронов. Может, с какого-то фантастического? Да. Я их отписался от этих оружек. Может, монетку? Да, я, кстати, ее использовал. Сейчас. Димас, давай, не заходи, я мин там наставлю. Вставай. Ой, ставь. Сейчас найду. Ой. Нет. У нас оружия очень много разных есть. Надо просто их найти. Тэнк это не то. HB Bombs. Ну вот это вот пока для меня самое такое классное, потому что 300 патронов. 300. Так, ты там минируешь, да? Да. Я вниз иду. Так, я пока почекаю, Сережка. Я слышу, как они там орут на карте. А что, тебя тоже достало? Ого, так я фиг знаю, лупанул. Ё-моё.
Сантехника вывелась из строя, понимаете? Серега, я знаю, что надо делать. Стой. Сейчас мы поедем выживать. Так. Где он? Сейчас. Сережка, готовься. Садись. О. Мочи. Слышь, вы че вертолеты взяли? Мы только хотел танк, они уже вертики побрали. Так, это солдаты. А, это солдаты, оказывается. ВС, чтобы пикнуть в Припяти. Нифига себе по нам огонь ведется, перекрестный. Вы монолитовцы, я так понимаю. Да. Стереолитовцы. Серега, я не могу по вертикам попасть, потому что они высоко летают. Тоже не могу. Можем немного опуститься, если хотите. Но... Не надо, ни в коем разе, мы и вас так убьем. Вот это мы на танки наваливаем. Ого, они нас толкают вертиками. Ого, что нам делать? Как нам выжить? Танка будет димас. Не. Ты улучшил качество танка? Да. Вставайтесь. Чтоб побыстрее, а то нечестно как-то. Военные, блин, вонючие. Текай, димас. Ой, пришел. На. А, их не берет наши пули, и их пули нас тоже не берут. Мы горим вообще-то, дымимся. Нет. А я тоже дымлюсь. Вон дым идет у нас. Да. Сейчас мы вырулим. Ребят, вы что думаете, вот так просто? До свидания, у нас танк турбобомба, яд. Вот это война. Чернобыль отдыхает в сторонке. Курит в сторонке. Ребят, нифига не дамажится у нас ничего. Сейчас будет дамажиться. Иди, лежи вообще, все подберем. Димас, ладно, не пули, это фигня полнейшая. Но если их бомбы попадут, то это жопа. Бомбы не попадают, даже попадают их не бомбы, нифига. Ой, они стреляют с райдерской пушкой. Тут надо же попасть еще. Вот это война, это просто жесть. Я смотрю и не могу ничего без комментариев. Ванчи, лово. И никто не умирает. У меня, я уже Ой. Раз погиб, меня убили. Я погиб. Все, ребята, до свид... Чё? Танк плавает? Да, танк плавает. Вот это наваливает танк. Вот так, да, вы, значит, с нами разговариваете? Сейчас я вам устрою райскую жизнь. Монстры поганые. Я разозлился. Ой, у меня дамажится. Хорош, Димас. Согласись, четко. Да. Вот это взрыв. Взорвали Чернобыль. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, с паттерном ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!